Эй. What's up, чувачки? У меня новый объективчик. Я решил снять влог, как старые, добрые, мадафрикин времена, чуваки. Вы меня просили, получайте. Ну что еще делать, чувачки? Новогодняя настроенница. Нужно встретиться со своим другом и попить немножко Старбаксика. Я вообще не знаю, почему я это решил сделать. Я вообще думал, что в Старбаксе будут какие-то новые новогодние напитки в этом году в России. Но нет, ребят, ничего не будет. Все то же самое, что было и в том году. Мы возьмем по напиточку, пообщаемся с вами, чувачки. Сори. И как старые добрые времена, я поснимаю влог из машинки в фильме. Как у вас дела, чуваки? 2020 год заканчивается. Прям, ну, вообще, да, как бы очень близко этот момент, когда вступит в силу 2021 год. Бля, как будто президентский спич у меня сейчас. Я помню, когда заканчивался 2019 год, все думали, что 2020 такая дата, типа, крутая. Бля, все, этот год наш, мы должны его просто уничтожить в хорошем смысле. А в итоге уничтожили в плохом, да? Ну, не мы, а китайцы. Китайцы. Ладно, не китайцы. Я не знаю, что там вообще случилось, кто что виноват. Неприятно, короче. Неприятно, чуваки. Не мадафрикин приятно, чувачки. А, блин. Ямки, мои любимые ямки. Let's go. Давно не ездил на машинке, чувачки. Это не моя машина. Это машина моего папы. Он сегодня на рыбалочке. Поэтому я катаюсь. They taking losses. I turn my bosses. Хорошо на машинке прокатиться, чувачки. Еще кое-что. Что вы скажете по поводу моей новой камеры, чувачки? Точнее, объектива нового. По-моему, полный разъем. Наконец-то. Я в тот раз зажмотил на хороший объектив. Скупой платит дважды, чувачки. They taking losses. А то my shooters in the bosses. Блядь. Дим, ну ты чё? А ты где? Да у тебя стою, блядь. Я бегу, блядь. Давай быстрее. Я купил себе капсульную кофемашину, чувачки. Теперь пью кофе очень много. И это очень плохо. Я хочу, чтобы в 2021 году, чувачки, вы собрались силами, но... И начали хаслить еще больше, чем хаслить до этого. Вот я хочу смотреть не в объектив, а на себя, чуваки. Знаете вот эту проблему? Знаете Кейси Нейстата? Он начинал, когда снимать влоги, он носил очки тупо для того, чтобы вы не видели, куда смотрят его глаза. И типа он смотрит как будто в камеру, на самом деле он смотрит на экран. Но вы думаете, что он на вас смотрит. После этого это уже приелось. Кейси Нестед, я думаю, вы знаете такого блогера-влогера. Так вот, чувачки, мы сейчас покушаем кофеечка, попьем юшуми. И все. Все будет хорошо. Привет, ребят. Мои котятки. Смотри, какая камера, ёбнешься вообще. Ничего себе. God damn, bitch. А они уже в курсе, да, то, что у нас посвящено это как бы поеданию вкусняшки? Да. Ну все, ништяк. Короче, выбираю еду по своему подобию я. Чего ты хочешь купить огромный торт? Я себе ассоциирую... С рулькой мясной? С донатами. Они такие пухленькие, сладенькие, сочные внутри. И дырочка у них есть, которую... И дырочка есть, которая если съесть, то ее не будет. Понял? Прикольно, да? Да. Ты стример у нас? Я теперь стример, да, бро. Димон вчера... Ты можешь взять у меня интервью, как я провел первый свой стрим. Это было невероятно. Это было невероятно вообще, да? Вообще невероятно. Я не понимал, что делать на этом стриме, играть или общаться с ребятами. Но мне было очень все круто, мне очень понравилось. И еще ты понял, насколько это все-таки сложно, стримы? Ну, конечно, сложно. Это общение с людьми, игра, постоянная концентрация. Говорить, да. Да какая концентрация, я вообще не понимал, что происходит. Я и на игру, и с ребятами хочу пообщаться, и такой вообще весь в разные стороны. Какая? Ничего себе, ей сложно, вот так, надо было это снимать, ей в таких кабучках было сложно. Ей очень сложно, братец. Да, новогодний вайб должен быть, должен появляться новогоднее настроение, братец. Конечно, уже официально, я считаю, какие числа. Так уже почти 20-е число уже, конечно же, да, но года остаются считанные дни. Ребята, у вас вот город украшен или нет? Потому что у нас минимум, по-моему, да? У нас его нету просто. У нас просто нету ничего. У нас поставили елку. И, кстати, у нас жителям города елку поставили, брат. У нас как будто одна елка на весь город, блядь. Ну, какую-то елку, представляешь, поставили, и из-за того, что жителям она не понравилась, ее на следующий день же поменяли. Да? Ну, она хорошая. Ну, я не знаю. Ну, поменяли. Нет, ну, кстати, у нас много елок, действительно, вот за это тоже молодцы. Брат, ты что будешь кушать? Пончики. Ну, донаты. Донат. Да, я очень хочу донаты. Я очень люблю донаты. Я вот, знаешь, я думал о том, что да, может быть, что-то взять. Мне вот интересно, чтобы вот ты с собой ассоциировал вот именно из десертов.
ну что, ты посмотрел такой. Оно а знаешь, вот эти лонгеры такие, политые. Как называется? Ну что-то удлиненное ты хочешь сказать, да? С тобой ассоциируется. А какой кофе с тобой ассоциируется, братец? Пряничное такое что-то. Что ж такое-то? Ну да, люди, понимаешь, это новогодняя суета. Вот хотят ДТП создать. Я думал, он сейчас ебется. Еще везет ребенка на пассажирском. Ужас. Надо думать всегда о ближних своих. Да. Вот ты заботишься о том, то, что вот я с тобой еду в одной машине? Нет. Ты чувствуешь ответственность? Я только о себе думаю, похуй. Ну, если на встречке кто-то вылетать на нас будет, я буду подстраиваться так, ну, чтобы... Ну, мою половину, да? Твою половину. Все правильно, красава. Красава, честно. Бля, мы не успеем. Успеем, конечно, ты чё? Мы хастлеры, гэнгстеры, нахуй. Чувачки, сегодня будет чильный вложик вот такой вот. Вот как вы любите, фильм. Так это как в старые добрые времена, ты понимаешь? Так, да, это же... старые добрые. Ну уже серьезно. Вот серьезно, ты задумайся о том, что... А когда мы последний раз снимали? В том году? Так, чувак, вообще, в том году мы снимали последний. Так я тебе больше скажу, я из тачки влоги вообще тоже давно не выпускал. Поэтому это логично, потому что... Двух зайцев убить. У тебя тачки-то тоже уже давно нету, как бы. Ну скажи, вот у тебя будет новая малышка, ты будешь... Конечно, братик, ты чё? Все обзоры на музыку даже на ней будут проходить. Может, я квартиру скину. Тачку. Ради тачки. Да ты там, чувак, жесткий, учит своего ребенка. Слушай, как надо. Что ёбнул? Ты еще и девочка. Стоять рядом. Я мерзкий вообще. Да нет, я тебе так скажу. По девочке видно, что маленькая сучка вьет из батли нитки все. Все бабки высосала. Все бабки. А эта жена, она тоже просто на нее сорвалась. Идет впереди, короче, у них такой дискомфорт, разлад какой-то сразу в отношениях. Вот семья. Вот, да, вот семья. Вот и заводите семью. Вот, да, ужас какой-то. Нет, надо заводить все очень взвешенно и обдуманно. Это факт. Конечно. Это big facts. Не, ну если, как говорится, уже все, то есть, ну там тоже как бы уже все, как бы. Ну ты понял, да? Это, если не успел вынуть, как говорится. Ой-ой-ой. А чё, где респект аварийки-то? Он вот вообще. Костромской мудак. Костромской мудак, факты. Не, ну в Костроме очень много хороших людей. Да. Да. Ну и в Ярославле тоже мудаки есть. Да. Кто это за меня? Да он просто видел, что я с поворотником, поэтому я, да, же, ну, слушай, мы говоря, не уступил ему. Ну, вообще, уступил. Уступил, бро. Вообще-то, я же не на его парковочке. Конечно. Нет. Крыса, нахуй. А ты сделал себе свой вкусный кофе, кстати, домашний? Ты хвастался вообще? Да, я сегодня кушал. То, что пил. У тебя есть, да, сочный. Да, я не договорил, да, у меня есть старбаксовские капсулки, у меня есть капсулки Неспрессо, это реклама уже какая-то. Да короче, у меня есть крутые капсулы, чувачки, и это по кайфу, потому что пьешь настоящий кофе. А до этого у меня был растворимый, и поэтому дома я не любил пить кофе. Теперь я пью дома кофе тоже. Такая хуйня. Осталось открыть свою кофе-компанию. А может устроить сравнение? Кофе Starbucks из твоей капсулы и кофе Starbucks отсюда? Есть ли разница? О, да, давай. Может, нет смысла переплачивать? Я... Ну слушай, молодой, давай как-то поближе все-таки. Мне идти далеко не хочется. Ну вот здесь пройдем. Прямо далеко идти. Я, кстати, знаешь, что заметил? Ты заебал, брат. Я стал вот активнее. Побегать могу, например, на улице. Реально? Да, вот вчера я до тебя, знаешь как, не шел пешком, я половину бежал. Ну я просто. Ты дурак, что ли? Нет, а мне хотелось прямо. Ну холодно еще было. И плюс еще я шел мимо Костиного дома, и там четыре пацана стояли очень близко друг к другу. Я подумал, что какие-то они неправильные, но я ушел сразу оттуда. Так, чувачки, на чем будем выбирать? Скажи мне, пожалуйста. Посмотри, какие А почему свет вот так вот моргает? Причем это не только в камере, чуваки. Ой, я же могу еще увеличивать. Что ты будешь, братец? Донат крем-брюле. Делай погромче, блядь. Донат крем-брюле. Да. Очень сексуальный. Смотрите, на нем есть посыпочка какая-то. Я его хочу облизать и потом надкусить и отсосать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, донат с ванильным крем-шоколадом, он как-то вот вообще не вызывает у меня никакого возбуждения. А он тут в эту штучку хочется что-то сунуть от сверху. Слушай, братик, сунь свои писюны туда. Я могу еще сливок туда добавить своих. Sorry. Добавь своих сливок, братик. А вот ты не хочешь пирожные Rocky Road? Брат, оно, вот оно это мое пирожное, не буду врать. Миллионер. О, ты должен его, кстати, взять реально. Возьми его, и тогда у тебя обязательно в следующем году будет миллион подписчиков на YouTube-канале. А миллион долларов? Это секрет, понял? Количество подписчиков не главное, бро. У меня все в порядке, я все устраиваю. Ну да, 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 это факт, конечно. Хорошие у тебя ребята, молодцы. Это реально факт, да? Это факт, это big specs. Big specs. Чувачки, мы купили еду! Подожди, пока не показывай, не показывай. Ко мне подошла сейчас девочка, и ее парень меня смотрит. И было очень приятно мне. И что ты сказал?
девочке. Я скажу сейчас этой пизде, что она охуела, блядь. А, ну да, я не пристегнут. Давай пить-то уже, не пылай, это что? Бирно-пряничный латте, это мое. Женя, какой красивый почерк. А где имя-то? Какой красивый почерк у малышки. Как мило, смотрите, написано. Короче. Настолько? Да, как это называется? Это называется ирис, ореховый. Ореховый ирисный латте. Да. Чуваки, я же знаю, что в Старбаксе можно... По кайфу, типа... Надо сказать cheers. 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 Да, давай. Давай. В Старбаксе же можно, типа, просить вообще там, типа, мне ложечку этого, ложечку того. И я знаю, что есть прямо форумы, короче, где обмениваются информацией люди, какие прикольные можно напиточки собрать. То есть там вариаций вообще множество. Я думаю, надо как-нибудь, чтобы подборку этих тебе скинули, кастомных сборок, и прийти и попробовать, да, на самом деле. Просто я к тому, что если есть какие-то любители у нас в Старбаксе, может, какие-нибудь малышки меня смотрят, пусть скинут мне какой-нибудь рецептик. Блять, налево поворачивать. Ничего страшного. Но это вкусно, это действительно имбирно и это действительно прянично, понимаешь? Это действительно так, Дмитрий. Да. Слушай-ка, а мне вот интересно всегда было. Имбирное печенье. Туда добавляют реально тот самый имбирь, который в суше, ров. Получается, возможно, корень имбиря-то он один. Ты представляешь? Этот имбирь уникально вообще просто растение получается. Его можно и кровом, его можно и к сладостям, понимаешь? Не надо же, не надо так. Это, тем более, у него знак восклицания. Все, я просто агрессивный на дорогах, чуваки. Road Rage называется. Ты, Були. Ну ты були, реально, слышишь, мне страшно аж стало. Не бойся, малыш, ты со мной сегодня. Ну тогда мне сразу спокойнее становится. Конечно, малыш. Моя попка в защите. You crazy, man. You crazy, да, как я вот люблю говорить. Как у меня хорошо фокус ловится, бляха, муха. Какая шикарная камера. God fucking damn it. Поехали. Опять Road Rage. Ну да. Ой, как он летит. Прям поездил. Не корона, бро. Да, фу. Мне кажется, я переболел ей летом. Я переболел ей в 2004 году. What the fuck? Просто я осенью так много был в этих клубах. Ужас какой-то. Ну и как бы я не заболел ничего. В этих клубах? Блин, я так хочу на какой-нибудь концерт, большой, огромный концерт иностранца какого-нибудь. Достойного. Ну, американца, рэпера, короче. Прикакнула. Давай, братик, ты не стесняйся, ты развлекайся, как будто меня здесь нету. Заведенную еду, а? Ай-яй-яй. Бабка. Батя посмотрит. Батя посмотрит, да. Сори, баб. Сделал это для влога, называется. Do it for a vlog. Делай это для влога, брат, понимаешь? Так я понимаю. Но при этом жизнь становится лучше. Конечно. Вот еще хочу, чтобы мы сейчас ебались. Не-не-не. Эх, помню, я молодость здесь свою проводил. Мелким был. За чипсы, за пачку чипсов был. Вау, братец, я тебе сейчас вот так подвезут и вообще. Ой-ой-ой. Что ты делал за пачку чипсов? Много чего был готов сделать. Вот так я тебя подвезу. Это великолепно. Я хочу, чтобы твои зрители прочувствовали вместе со мной это. Покажи им. Ну, через лобовое, наверное, не так, конечно. Выйди. Тут не видно, тут просто, смотрите, вот тут кустики. А вот мы прямо между этих кустиков. Вот так смотрите. А, зима. А, вот так сейчас делаю. Да. Что у нас тут? Покрути донатом около камеры быстрее. У меня руки грязные, бро. Да пох. Чувачки, смотрите, какой шикарный донат. С дырочкой, да? Давай дальше. Надкусить и показать, бро. Давай кусать вместе. Это что ты туда сделал? Это двойной шоколад. Что ты туда запихнул? Я хочу посмотреть, что там внутри, бро. Пахнет так, что там что-то очень интересное. Блин, он такой твердый, этот кончик. Пауз. А, так все положила эта малышка. У нас теперь дохуя вилок. Молодец, хорошая малышка. У нас теперь 4 вилки. Малыш, если ты это смотришь. Ты молодец, ты очень хороший. Да. Ну, слушай, бро, ну сколько можно подготавливаться? Ну что ты делаешь? Ну, оно вообще на миллионера не похоже. Смотрите, это называется миллионер, чуваки. Та фак. Такое пирожное, знаешь, солнечное пирожное в школе такие были. Да, кстати, бро. Только не хватает вот этого мерзкого крема сверху, вот это в виде цветочка розового. Это факт. Это факт. Ну что ж, давайте попробуем, друзья. Cheers. С Новым годом, с наступающим. Все, давай серьезно, бля. Давай, ладно.
Ну и говно же это все-таки, бро. Реально? Пиздец. Я прям расстроен, честно. Реально говно? Вообще. Перекрестки пончик за 60 рублей великолепный. У меня просто вот тут вот слой, это ирис, и он тянется. Реально? Да. Так это вкусно. Да. На, меняемся? Нет. Дай попробовать. Вот эти штучки, кстати, прикольные, которые посыпаны. Ну. Тебе не понравилось, что суховато? Суховато. Только что описывал в начале. Я такой же, как Дональд, потому что он такой же сочный, как и я. Это не сочный. А он не сочный. Я это держу факт. Свой миллионер. Ну и что теперь с ним делать? Ты хочешь вообще половину оставь? Да, астма? Ну, короче, тут начинка не очень прикольная. Но видно то, что из дорогих материалов сделано. Я, если честно, хочу оставить это пирожное половинку, чтобы поесть чизкейк еще. Или ты хочешь, например, пирожное? Нет. Я тоже хочу чизкейк. А, блядь! Я случайно открыл коробку с чизкейком и нащупал его. Понял? Фу, блядь. Так у тебя руки грязные же. Я знаю, бро, это пипец. Это пипец. Ты запомнил, где ты его трогал? Мы тогда не будем кушать. Ой, а это что? И тут и маффин ты достал. Ой-ой-ой, его еще языком подавил. Ой, ты же хочешь пробовать. Ну я вот тут попробую. Я вот тут попробую. Бро, ты его мощно языком пододвинул, ты понимаешь? Ты просто вот так вот. Я лейкер, братец. Ну вот это просто, это сочностью пахнет, понимаешь? Ой-ой-ой, ты посмотри. Ну это же порно-фуд. Фуд-порн. Это чизкейк, baby. У нас, в принципе, сейчас контентик-то съест. Хорош, хорош. Играешь словами. Да, ты его трогал вот здесь вот? Не помню, где я его трогал, блядь. Ну, короче, ладно, бро. Ну, давай. Какой он твёрдый. Зачем ты с этой стороны суёшь? Тут же самое твёрдое. Я не знал, что тут самое твёрдое, бро. Блин, он тоже не сочный. Потому что он стоит часто. Ой, два дня, в смысле. Что? Не, он разъёб. Полный? Угу. Let's get it, boy. Блять, у меня сопли цыгут. Сейчас чизкейк все работает. Вообще, хочется похавать вместе. Свинья, я соль, чуваки. А чизкейк полный разъеб. Вот я там лизал, я с чизочком. Да мне уже пофиг, бро. Я готов его там же съесть. Вау. Ну вот этот просто, понимаешь, вот эта печенька снизу, она просто в идеальном вот визуальном даже соотношении. Да, брать. Со вкусом, понимаешь, очень сильно сочетаются. Да что ты молчишь-то, скажи что-нибудь. А что сказать-то надо? Сори, брат. Чувачки, вот хорошее настроение. Надеюсь, у вас тоже есть хороший друг. Партнер. Ой-ой-ой. Ну или подруга, почему бы нет. Ой-ой-ой, да, малышка какая-нибудь. Ты веришь в дружбу между девочкой и парнем? Да нет, конечно, это бред. Полный бред. Полнейший. Я в это тоже верю. Кто-то из них хочет кого-то трахнуть. Всегда. Да. И даже если он думает, что не хочет трахнуть. Это все фейк. Но смотри, когда я думал, что есть дружба между мальчиком и девочкой, мне друг привел такую параллель. Он говорит, ну вот ты думаешь, что эта девочка твоя подруга? Я говорю, да, несомненно, она моя просто подруга. Он говорит, ну вот давай так. Она пьяная тебе напишет. И если ты, например, пьяный, она тебе пишет. Жень, трахни меня, я сейчас приеду. Ты растеряешься. Я, ну, во-первых, растеряюсь, наверное, но, во-вторых, я захочу ее трахнуть. Возможно. 100%. Поэтому нету никаких дружб, чуваки, это все хрень. Либо тебе девочка позволяет дружить, знаешь, типа, прям парень на побегушках. Ну, френдзонит, короче. Да, либо ты, типа, сам, короче, fuck the shit. У тебя вкусный маффин? Не знаю, бро, как его пробовать? Возьми его просто. Вилкой или вот руками надо? Руками, я думаю, брат. Я уже обожрался, Джон, что такое? Это очень сытно. Угу, много калорий набрать. Да. Я попробую твой кофе. Попробуй. Мне, кстати, твой больше понравился. Да. Смотри, брат, ну имбирь что-то мне не хочется пить. Ну да, 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 да. С утра, ты знаешь, сколько времени? Просто полтретьего, да? Я очень плохо встаю, чуваки, я встаю сейчас. Да ладно, не начинай. Да я начну, полдвенадцатого, мое утро начинается. Ну это если ты хорошо выспался. Это хорошее утро. Это рано лег, как говорится, да? Ну что ж, попробуй. Я вот даже не знаю просто, как его попробовать-то. Да? Это лучшее блюдо? Лучшее блюдо за сегодня? Но... Чизкейк? У тебя на бороде маффина немножечко. Бля. Покажи в камеру его. От повара комплиментик у тебя вот в центре. Сверху? Да, сверху. Немножко спрея. Не, ну это, понимаете, это двойной шоколад, очень насыщенный. Его надо было чем-то разбавить, они добавили вот это ванильный какой-то штучки.
Как это вкусно. Джон Хавевер, пробуй, короче. Где-нибудь тут прицеливайся. Или можешь вилочкой его взять. Он, в принципе, настолько нежный и мягкий. Ты сверху прямо кусай эту заголовку. Да ты как-то кусаешь-то, как маленький зайчик такой, знаешь, чисто. Ты должен как самец, как лев. Вот так вот, блядь. Ты что сделал? Как будто в Майнкрафте, когда урон получаешь. Да все, блядь, ну такой себе. Мы вчера тебе что говорили с Костиком? Надо много жевать, и тогда покрывается весь вкус. Бро. Ты глотаешь сразу, ты укусил мягкое и проглотил. Это все, блядь, из-за того, что я уже обожрался сладким, блядь. Ну да, да, мы обожрались сладким, я не спорю. Но ты вкус-то должен понимать все равно. Ну это было вкусно, короче, что я могу еще сказать? Это очень было сытно. Влог и влог, чуваки, получайте, кто хотел. Ну это такой как бы... старых добрых традициях. Да, да, в старых добрых традициях, действительно. Что с этим делать? Не буду доедать. Ну, братик, ты сейчас не будешь это доедать. Но поверь мне, когда ты приедешь домой... Привкус нахуй, знаешь что? Ну, корма когда? Рыбьего нахуй. Ой-ой-ой. Привкус от маффина рыбьего корма послевкусие. А ты рыбий корм пробовал? Нет, вот этот запах, знаешь, рыбьего корма. Знаю, но... Я его люблю. Я прям, чуваки, брал раньше, у меня был большой аквариум у родителей. И я прям открывал эти баночки с этим кормом. Такие листики, знаете, цветные. И просто сидел и нюхал. Я не знаю, может быть, это плохо даже для здоровья. Ой, какой жирный кусок я сделал себе. Ну это, я и рад одновременно. Да, блядь, у тебя на бороде до сих пор маффин, брат. Вся нижняя челюсть в маффине. Посмотри в зеркало, я человек дищерял. Ну и куда мне это, бро, куда мне? Блядь, скидывай все. Перкак формула манька, бэй, я там ее пытал. Давай, жри. С печенькой вот возьму. Возьми с печенькой, да. Да что ж такое-то? Такой он прямо сейчас... йогуртовый такой, сметанный какой-то, сливочный такой. И вот еще вот эту кислинку добавляют. А с чем он? Малина. Малинка, точно. Чел, тебе нужно на YouTube создавать канал, где ты пробуешь еду. Макбенги. Да я живу. Тебе вот нужно Москву, дальше. Чувак. Тебе нужно посещать все места крутые. Просто в тачке ездишь и снимаешь каждый день, выкладываешь новый ролик. Это полный разъеб будет. Блять, у меня во рту просто оргазм, честно. Все было чудесно. Чувачки. Мы хотим пожелать обязательно вам всего самого хорошего в грядущем году, чтобы однозначно он у всех был только лучше, чем этот год. Ну точно, знаешь, несложно будет сделать получше год, чем этот. Не загадывай раньше времени. Желаем только добра и здоровья. С Новым годом, друзья! Я верю, что у вас все будет хорошо. Главное, давайте, вот что вы хотели попробовать давно. В начале, прямо в январе, вы начинаете пробовать. Вообще не надо говорить вот эту фразу «С Нового года начну, вот сейчас, типа, конец». Начинайте прямо сейчас, блядь, вы заебали. Это факты. Все, всех ценю, чувачки. Бля, я сердце захотел, брат. А мы же в лесу. Мы сейчас пойдем и сделаем это, бро.